Ого, Меркурий, да ты в ударе! Да и мы с Землей не отстаем. А вот Венера... Не напоминай! Проверьте, может, Меркурий жулик? Куда, куда, космоцыпленок? Уже сдаешься? Ну хватит, тусуйте карты, руки чешутся. Да и спина как-то тоже. Земля, солнце, кто-нибудь! Алло, кто это? Это наш рассудок? А у нас он вообще есть? Я не знаю. Так, послушайте, я правда ценю вашу поддержку, но... Большое вам спасибо за вашу работу, мистер генерал. Вы наш спаситель. Я попросил своих ребят установить в вашем кабинете средства связи, чтобы вам было проще. Это... И мы договорились о содействии всех космических станций в мире. Ваше желание – закон для всего мира. Мое желание? А, и насчет той небольшой просьбы вашего босса. Считайте улажено. Мой босс? Я уже ничего не понимаю. Простите за вторжение, но в правительство по всему миру поступают тысячи звонков. Что мы должны ответить им, мистер генерал? Скажите им, что у генерала все под контролем, и что у них нет нужды для беспокойства. Нет, не говорите этого! Скажите, что... У генерала есть великолепный план, который спасет весь мир. Понял, пойду передам. Владым, итак, с этим разобрались. Что делаем? Нужно, чтобы все страны были на постоянной связи с ФПАК, то есть со мной. А также список всех имеющихся ресурсов. Посадите своих лучших пилотов в лучшие корабли. И Россия, помнишь свой план? Это который со взрывами? Да, который со взрывами. Они пригодятся, так что убедись, что твоя команда наготове. Класс! Взрывы! Мы с США будем пытаться придумать, как нам сделать парус для Луны. Понял, принял. Ну, поехали. Хей, простите, что отвлекаем, но... У нас объявление! У нас тонны классного мерча по шаранутому космосу. Например, этот брелок. Или футболка. Или эта кружка. О! А еще вырученные с продажи деньги идут на создание контента. Эй, я хотел это сказать. Я готовился. Да ладно, оставь мне реплик. Ну ладно. И разумеется, покупая наш мерч, вы помогаете нам в создании крутых видео. Как, например, то, что вы смотрите прямо сейчас. Так что да, покупайте наш мерч, поддерживайте нас. А еще... Еще... Это все. Пока! Мы закроем бункеры через 5 минут! Подождите меня! Там мой сын! Сынок, где ты? Фобос! Деймос! О, земная луна! Стоп! Ты выглядишь как-то иначе. Да, ты чутка потемнела. Я темная сторона. Неважно, послушайте. Мне нужна ваша помощь. Наша помощь? Ого! Нас мало кто просил о помощи. Что случилось? Обратная сторона крепко спит, и мы движемся к Земле. Мне нужно, чтобы вы ее разбудили. Я пыталась, но она меня не слышит. Если она не слышит тебя, то не понимаю, как мы должны... О, я думаю, она хочет, чтобы мы в нее врезались. Думает, что мы астероиды. Думаешь, мы астероиды? Нет, дураки. Ау, ладно. Но ты назвал нас дураками, так что пока. Ребят, пожалуйста. Вы правда дураки! А, простите, вы не видели маленького мальчика? Он один и почти не говорит. А, простите, нет. Эй, вы случайно не видели мальчика примерно такого роста? Не-а, простите. Младший! Сынок, ты в порядке? Я же говорила, что вернусь. Все хорошо, сын. Теперь мы вместе. Отойдите от двери! РТ-1, вы на позиции? Да, сэр. Ядерные гранаты наготове. Что насчет вас, РТ-2? Да, сэр. Гранаты наготове.
США, какова ситуация с лунными парусами? Они готовы. Выполнены из алюминизированного каптона, лучшим в мире производителем космического оборудования, генерал. Хорошо. Стрелки уже в космосе? У кого паруса? РТ-10 и РТ-11 несут паруса и готовы ко взлету. РТ-10 и 11, приготовьтесь ко взлету! Так точно, сэр! РТ-10 и 11, увеличьте тягу почти до максимума при взлете. Так точно, сэр! Приготовиться ко взлету! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Взлет! Люди! Не верится, что чтобы разбудить Луну, потребовались люди! Мы приближаемся к месту установки на темной стороне Луны. Разрешение на посадку. Хорошо, садитесь. РТ с 1 по 9 приготовьте ядерные гранаты. Стоп! Место установки и ядерные гранаты? Они что? Взорвут нас? Луна! Если хочешь проснуться, то сейчас самое время! Погодите, вы прицепите это ко мне? Ай! Стоп, их двое! Почему вы? Ай! Лунные паруса установлены, сэр. Готовимся ко взлету. Убирайтесь оттуда, а не то и вас подорвет. РТ с 1 по 4 готовы? Да, точно, сэр! РТ с 5 по 9 готовы? Да, точно, сэр! Так, отряд, помните? Не попадите по Луне. Взрывать только на расстоянии, достаточном, чтобы оттянуть Луну от Земли. Да, точно, сэр! Что ж, вот и оно. Все или ничего. Вы сможете, мистер генерал. Мы верим в вас. Планы с бомбами всегда работают. Поставим Луну на место. Буквально. Запустить гранаты по моему сигналу. Через 3, 2, 1... Огонь! Что это было? Эй, Луна, ты в порядке? Ты все еще спишь после такого? Мистер генерал, что произошло? Почему бомбы не сработали? Это конец света? Не сработало. Что это было? Кто-нибудь слышал взрыв или типа того? Хватит пытаться отвлечь, чтобы подглядеть мои карты! Вы что-то знаете? Да не! Мы думаем, что люди пытаются разбудить Луну ядерками! Разбудить Луну? А, так вот чего у меня так чесалось! Нужно просто слегка... Что? Где? А? С добрым утром, Луна! Мы не умерли! А, святой кленовый сироп, мы живы! Я знала, что бомбы сработают! Ха-ха! Ты великолепен! Генерал! Вы сделали это снова, генерал! Да, вы спасли весь мир! Кажется, да? Вот это от нас всех. Надеюсь, вам понравится. Острые наггетсы на всю жизнь. О, вы заслужили. Привет, Луна. Все в порядке? Никогда не видела, чтобы ты вот так засыпала? Не, все в порядке. Просто устала. Да, понимаю. Возможно, смотреть, как мы играем в эту игру, надоедает. Да, просто сидеть в сторонке может быть довольно скучно. О, я знаю! Ты можешь найти игру, которая нравится вам со спутниками. Как тебе? Да, я подумаю. Все именно так, зрители. Луна вернулась на место, и все природные катастрофы прекратились. Президент объявил... Думаю, нам хватит веселья для одного дня. Интересно, где твой папа? А, он в порядке. Он в космосе. Пошли, возьмем поесть.